Здорово всем. С вами я, Лангази. Сегодня мы пойдем поохотимся на кабана. В принципе, лицензия на кабана у нас есть. Что скажу? Пойдем прогуляемся до вышки. Надеюсь, кабана найдем сразу до вышки. Если не найдем, посидим и подождем его на самой вышке. Посмотрим, что из этого получится. Путевка есть на одного кабана. Поэтому мы выдвигаемся. Так, ну а вы пока что подпишитесь на канал. Поставьте ваш крутой лайк. Ну, а я, собственно, выдвигаюсь. Идти нам прилично, около 2 километров. Ну, пойдемте. Так, ребята, говорю шепотом, не хочу спугнуть кабана. Мы уже достаточно близко, осталось пройти вот эту, так сказать, гору, ну, пригорок, и мы окажемся рядом с вышкой. Видел следы, прошло стадо, следы достаточно свежие, пошли вот в сторону вышки. Ну, а там уже посмотрим. Сейчас раннее утро. Время, как вы видите, 5:20. Встал я пораньше, чтобы кабаны еще кормились на полях. Так как вы знаете, они кормятся ночью и утром, а днем ложатся и отдыхают. Только отдыхают они в лесу, да и в лесу их на лёжке очень трудно заметить. Да и в принципе поднять. Поэтому вышел я рано утром в надежде на то, что кабан будет кормиться. Так. Пока что кабанов не наблюдал. Ни самок, ни самцов. Природа красивая. Такой туман утрешний поднялся. Мне все тут нравится. Туман действительно красивый и завораживающий. Да, в этом тумане трудно заметить кабана. Ну, что ж ты поделаешь. Такова реалия этой охоты. Так, ну все, пойдемте, не буду вас грузить разговорами. Так, ребята, поднял только что с лёжки самца. Сикача. Прилично был сикач, килограмм по 200 поднял, ну, метров со 150, лежал в чистом поле вот здесь. Я поднял, ну, то есть, или он меня заметил, или я не знаю. В общем, начал убегать, но 12-й калибр далековато для такого выстрела. Я такой, главное... Ребята, вот он стоит. Вот он стоит. Так, теперь надо аккуратно. Аккуратно, не спеша. Потому что он может напасть. Ох, сикач неплохой, хороший сикачин. Смотрите, вот. То есть, отбежал он буквально километр какой-то.
Хожу я все время по этому карьеру, никого не могу найти. Вон он ходит. Так, развернулся, идет в мою сторону. Так, ребята, сейчас немного подползу и будем стрелять. Так, ребята, где-то он. Да, вон он. Вон наш сикач. Да, достаточно неплохой кабан. Вот он идет. Сейчас буду стрелять. Так, вот взял такого сикача, так перевернул. Здорово, гад попался. Так, сейчас, вот смотрите, хороший такой, крупный. Так, как оказалось, весил этот кабан 180 килограмм, и это был сикач, как я уже и говорил, тот кабан, которого я и поднял. Так, ну, с вами был я, Лангази. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.